Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале, и это первый выпуск шоу «Угадай мелодию». И сегодня у меня в гостях Мия Бойко и Андрей... Андрюша Нойлс, детка! Попробуйте. Особенность этого шоу заключается в том, что ребята сегодня будут соперничать и угадывать звуки, да и не только звуки, всякие популярные треки по мычанию, по звучанию, без звука, со звуком. В общем, будет очень много всего разного и необычного. Правила вы прямо сейчас сможете услышать и увидеть на своих экранах. Правила шоу «Угадай мелодию». Участникам шоу на выбор предлагается 4 категории. Блогеры, полифония, мистер Дудец, а также танец из ТикТока. Участники скидываются на ЦУЕФА. Тот, кто побеждает, тот выбирает категорию. Кто первый нажимает на кнопку, а также правильно угадывает исполнителя и название трека, тот побеждает в раунде. Кстати, кнопкой у нас работает Даня Дакитуй. По итогам всех раундов мы определяем победителя. Погнали! В общем, надеюсь, вам понравится это шоу. Если же это все-таки так, и вам нравится хотя бы эта картинка и чудесные гости, которые сегодня тут со мной сидят, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. А мы начинаем. Как уже было озвучено, присутствуют 4 категории. Сейчас ребятки скинутся, так сказать, на ЦУЕФА и решат, кто первый выберет какую категорию, и они будут дальше угадывать. Давай. Камень, ножницы, бумага, 1, 2, 3. Раз, ножницы, бумага, 1, 2, 3. Итак, Андрей у нас выиграл, поэтому выбирай из 4 категорий. Блогеры, мистер Дудец, полифония и ТикТок. Полифония. Полифония, хорошо. Полифония. Вы готовы? Прекрасно. Да, да. Поехали. Сейчас, сейчас, прыгает что-то. Да. Что-то знакомое. Да. Молчит экран, типа белорусских. Я бы хотела вместе с ним, нет? Да? И пускай капает, капает с ней. Да как? Молодец! Да, Мия Бойко угадала, это мокрые кроссы Тима Белорусских. Урыла фрагмент. Урыла. Смотри, солнышко, выбирай категорию, которая тебе больше всего по душе, и мы посмотрим. А блогеры, это там блогеры поют? А лучше мистер Дудец, давайте. Да, песни поют блогеры, но ты выбираешь мистер Дудец, да. Правильно? Давай. Ну, это интересно. Тут прямо сейчас ребята будут смотреть на экран, и я просто хочу каждый пункт озвучить, чтобы вам было удобнее и привычнее как бы за всем этим наблюдать. Так как Мия выбрала категорию мистер Дудец, в буквальном смысле мастер будет просто дудеть, и мне кажется, это будет очень прикольно. Давай. Сейчас мы это проверим. Нечестно, меня посадили с певцом. Это нечестно. Это против правил. Вот если бы я с Даней играла, это было бы честно. А, пацаны, я тогда, видимо, под стол ходила, когда эта песня существовала, поэтому я не знаю, какую песню. Я знаю ее, я слышала, но я не знаю про знакомая, но ты не знаешь, знакомая что мелодия, за песня. Да, я, чё-то там... А можно еще раз повторно? Кто-то знакомая. Скажи, да, детство, где... отголоски детства. Сначала мне показалось, что это гимн. Похоже на гимн. Что-то такое, как будто бы старая какая-то. Да. Песня, типа, как будто бы и много времени. Плюс эти... Это детство, блин. Да. Плюс ты писал демо, а дем любит старое. И поэтому, скорее всего, да, это старая. Итак, вы готовы услышать правильный ответ? Не, можно. Это песня Билана «Believe Me». Чего? Билан? Я слушала твою песню «Это ты, это я, между нами молния». Ну ладно, тут никто не угадал, поэтому счет таким же остается. 1-0. Давай, переносится, потому что у тебя смотри камеры. Давай. Готова? Настроилась правильно? Вы закрытыми глазами. Такого не будет. Скажи, кто выиграл. Давай, скажи, кто выиграл. С закрытыми глазами? Давай. А можно под аплодисменты это сделать? Камень, ножницы, бумага. 1, 2, 3. Камень,
побеждать. Итак, Андрюша Нойлс, какую категорию ты выбираешь? Блогеры. Блогеры, еще раз блогер. Хорошо. Андрей Нойлс выбирает категорию блогера, поэтому прямо сейчас внимание на экран. Фу, спасибо, правда. Это Миракл? Чеснок. Новый шоу. Давай, давай, повторяй. Андрей Нелс обиделся, все, отвернулся. Андрей, ну, как кажется, можно он... было не угадать? А все эти шоу, они подстроенные. Да? Почему это, это подстроено? Ничего, что ты тут живешь, а я приехала первый раз сюда. Как мы могли это подстроить? Вот именно. Это моя девушка, и это да, ее шоу. Да, она не могла подстроить. Подстроено. Она могла только подстроить. Счет 0-2. Счет 0-2 в пользу Ми. Отыграешь, счет. Будете хлопать мне. Ну что же, не солнышко мое, выбирай следующую категорию, которая тебе подошла. Я хочу выбрать фортепиано. Это что у нас? Фортепиано – это у нас полифония. Полифония. Да, погнали. Давайте, полифония очень искусно звучит. Первый раз Мия угадала в этом плане, в именно этой категории, поэтому посмотрим, угадает ли в этот раз. Я нашла на этот час. Счет 3-0 в пользу Мии. Я предлагаю поменять немного комментарии. Угадаю ли я хотя бы один трек? Пишите комментарии. Да, пишите. Проверим интуицию, угадает ли Андрей хотя бы одну песню. Ноль. Ты вообще слушаешь музыку? Три. Какую? Я просто... И прикиньте, как... ты слушаешь музыку? Да, но зарубежную. И просто душ. Ты мой прав. Да, да. Кстати, похож. Блин. Так как угадала Мия... Прямо сейчас она должна будет выбрать категорию. Какая? Итак, четвертая категория — это ТикТок, где нужно угадать по видео. О, по видео из ТикТока, но оно будет без звука. Давайте. Это самое важное. Категория. Давайте. Давай. Внимание на экран. Это моя среда. Здесь я выиграю. Возможно. Вот это мы будем надеяться. Мне кажется, знаю эту девочку. Правда? Нашу участницу. А ничего, что замедленно у нее? Да. Вы угораете? Я схожу с ума! Я схожу с ума! Нет? Еще разочек, может, включим? Очень сложно, без звука очень непривычно. Я схожу с ума! Ну я схожу с ума! Нет, я схожу с ума в замедленном действии с мужским голосом. Я схожу с ума. Сдаетесь? Еще раз? Нет, еще раз. Почему в замедленном гугле? Вот, и сейчас есть трек, типа, на замедленный, я не помню только трек. Ей угадала новое лицо! Она скрывает свое лицо! Слушаем. Да! 1-3, 1-3! Я говорил, я выиграл! Андрей Нойлс говорит, что он прав! Андрей Нойлс держит свое слово! Держит свое слово! Почему ты мотаешь головой, что не держит свое слово? Теперь мотаешь, что держит! Держит! Хорошо, итак! Пусть порадуется. Знаешь, кто сейчас играет трек? Я выбираю трек, потому что знаешь почему? Потому что я угадал. Да, хорошо. Именно поэтому я выбираю сейчас. Потому что я угадал. Да, и прямо сейчас Андрюша Нойлс выбирает трек. Точнее, не трек, а категорию. А знаешь, почему еще раз я выбираю категорию? Потому что ты угадал. Еще раз скажи это. Пожалуйста. Ты... Ну, я дала тебе угадать. Нет, не так. Итак, Андрюша Нойлс, выбирай категорию, которая тебе по душе. Блогеры. Итак, блогеры. Внимание на экран. Ладошки такие. Подонок. На секундочку, скажи, пожалуйста, счет вслух. 2-3, я пока веду. Лидирует пока Мия, так что... Маленькими шажочками. Пожалуйста, похлопайте. И мне определенно это нравится. Ну да. 2-3. Мне не очень, если честно. Счет 2-3, но все равно лидирует пока Мия. Я все сделаю, чтобы выиграть.
Я все сделаю для того, чтобы выиграть. Я же королева океана. Королева океана всегда выигрывает. А я Андрюша Нойлс. Король мужских полов. И тебе это нравится, да? И мне это. Итак, Андрюша сейчас выбирает еще одну категорию, так как он угадал, и так какая тебе по душе. Давайте полифонию еще раз. Полифонию, пожалуйста. Давайте. Мне очень понравилась эта категория, поэтому да. Андрей не уступил место. Вместо Андрея выбирала Мия. Я типа заказал. Для Мии. Мотылек, мотылек, он что-то делал. Я больше не отдавал никогда свой голос на выбор. Кстати, ты мог выбрать и блогера, и какую-то свою, и, в принципе, угадать. Итак, дальше у нас Мия. Я тебя поздравляю. Она опять лидирует. Счет 4-2. Итак, солнце, выбирай. Я тебе привыкла уже солнышко называть. Так, пацаны, давайте ТикТок. ТикТок, окей, отлично. Давай. Внимание на экран. Это была плохая идея. Что скажете? Почему их много? Can you please показать нам вообще другой танец? Мы просто не знаем эту песню в принципе. Если бы мы знали, мы бы показали, мы бы сказали. Мне кажется, все идут против нас. Но тут собраны популярные треки, кстати. А только англоязычные или русские? Нет, это русская. По движению мы должны понять, что за трек. Это молчи! Я понял! Нет! Молчи! Нет, не думаю. Сейчас, Фэнди. Этой зули перестали тянуть, я не улик. Катим, катим, крутим, крутим, любовь. Итак, счет 5-2 в пользу Ми. И, кстати, с третьего раза почему-то уже как бы все угадывают. Это круто, значит, будем смотреть по три раза. Фэнди, Фэнди, Фэнди. 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 Я предлагаю дальше, так как Мия угадала, у них тут уже это, истерика небольшая, выбрать следующую категорию. Давай, поступлю тебе. Нет. Поступлю. Нет. Выбираем блогеров. Блогеры. Итак, внимание на экран. У Камина 6 утра! У Камина! Да! Да! Все! Да! Побеждает Андрюша Нелс, и он выбирает следующую категорию. Блогеры! Опять блогеры. Итак, внимание на экран. ЕВК полный сон, Лимба и Андра. Да, молодец! Итак, счет 6-3 в пользу Мии, и она выбирает следующую категорию. А давайте этот, ТикТок. ТикТок, погнали. Внимание на экран. Давай. Внимание. Все, когда мне отдай топ, дай топ, ты когда выгодный. Нет, не Моргенштерн. Он какую-то дичь делает. Этот сидит, поет такой. Фэнди! Нет. И пофиг, что вместе юзали. Я знаю, я знаю. Смеется тот, кто смеется последний. Ну, это мы сейчас узнаем. 7-3. 7-3. И Мия опять выбирает следующую категорию. 3 балла я догнал. Итак, Мия, выбирай категорию. Только так, черт возьми. Давайте. Давай. Пианинка. Давайте. Пианинка. Погнали. Нажал. Получается, ей бал. I'm a savage. Потому что я тоже сказала, но сейчас... А тут кто первый возьмется за рог, понимаешь, в чем прикол? Правило не в том, чтобы произнести, а в том, чтобы вот тотемное животное. Возможно. Счет 8-3. Окей. Счет 8-3. Слушайте мои слова. В следующем раунде я выиграю, бейби. То мы решили позволить единорогу выбрать категорию блогеры. Напевают блогеры мистер Дудец. Это, ну ты понял. Полифония. Это фортепиано и ТикТок. Блогеры. Это, кстати, последнее видео из категории блогеров. Ну,
Моя знакомая. Хорошо, и давайте последний раз все-таки включим. Между нами тайки улыбаются. Да, молодец! Это не честно, потасовали. Счет 9-3 в пользу Мии. 9-3 уже. Я не поняла, как это понял вообще. Нет, как можно было? Я бы, честно, тоже не угадала. Мия, можешь выбрать следующую категорию? Это все, потому что она плохо А давайте Дудя. Итак, категория мистер Дудец. Погнали. В принципе, мы не хотим брать мистер Дудец, потому что автор Дудца берет старые треки. Старые, мы еще не жили тогда. Ну да. Ну сейчас проверим, давай. Спасибо, и где его случилось? Я помню, как она его записывала! Да! Тебя там не было, как ты помнишь? Я видела, кажется, его. Попробуй там что-то возьми. Там же до попа она показалась. Отпусти мою руку. Извини. Еще раз. Давай. Я уже знаю, я не знаю. Не думай. Я придумал, как мы будем работать. Не думай. Вот так. Я хочу ее взять. Нет. Он же сегодня ты с Кристина горит. Бледная кожа, пухлые губы, большая жопа. Ты мне подходишь. Неужели так сложно было? Я вот реально, я смотрю, я понимаю, что я даже не один раз вот этот звук снимала. Точно, там же на большую жопу показывается. Ладно, итак, ребята не угадали, поэтому они снова скидываются на Цуифа, и мы узнаем, кто выбирает мелодию. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три, ножницы. Ножницы, бумага, раз, два, три, ножницы. Ребята, и опять. Давай. Выбирай категорию. Дудца, давайте. Давай. Мистер Дудец, итак, внимание на экран. Я больше не буду часто в твоих шоу. Да, хорошо, договорились. Я больше не приду. Вы можете позвать в следующий раз кого-то, кто не музыкант, и он будет тупить. Давай, я выиграю. Вы решили чуть подизменить, чтобы было поинтереснее. Со следующих разов уже, кто угадывает, тому прибавляется 2 балла. Мия выбирает категорию. Давайте Дудец. Итак, внимание на экран. Четвертый раз, но получил 2 балла. Ты молодец. И выбирай следующую категорию. Можно мой рок? Андрюша Нойлс крутой. А вы похлопали мне? Тик-ток. Сейчас я покажу, как я выиграю. Тик-ток. Давай. А, я рот закрыл. Легко. Блин, это херня. That's my shame. О, не, это англоязычный, не русский. Да. Не, я тут, блин, подожди, еще раз. Черный. Не, это англоязычный. Черный.
А, это англоязычная? Да, не русская песня. Она тренд? Нет, 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 не она точно же. Нет, это тренд. Итак, смотрим. Никто не угадал, поэтому ребята опять скидываются на Цифай. У нас остается совсем немного. А мы опять с голосом. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ножницы. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень. Каково это проект? Хорошо, Андрюша Нойлс побеждает. Каково и выбирает категорию. Я пошла. Угощаем. Что хочешь? Да в любом случае у нас осталось... Не, я просто перестал. Всего две хорошо, категории. Давайте полифония. Полифония. Полифонию, значит, будет у меня полифония. Полифония. Погнали. А вопрос, а если мы закроем тему, что будет сейчас? Ой, куда я? Очень круто. Красиво. Да, красиво. Очень красиво. Хорошо, большое, огромное количество людей пьют это каждое утро. Кофе. Да. Кофе, мой друг! Кофе! Нет, мой... Молодец! Наконец-то! Последний раунд за мной! С небольшой подсказкой! Молодец, Андрюш! Счет 14-7. И в этом видео побеждает Мия Бойко. Про раунд этот, последний. Ну и в последнем раунде побеждает Андрюша Нойлс. Хлопки, хлопки, пожалуйста. Ладно, ты чё? Итак, Мия, я тебя поздравляю, ты большая молодец. Спасибо. Ну, естественно, тут легче, перед нами офигенная певица. Вот, поэтому мы надеемся, что вам было интересно смотреть это видео. Если же это так, не забывайте про лайки, про подписки. Ссылочки на ребят я оставлю ниже в описании. Подписываемся на мой канал. Ну и спасибо, это было шоу «Угадай мелодию». Всем пока!